начать новую главу. Мы где-то на острове, судя по всему. Помню, ты вернулся. Скин тот же сохранился. Я прыгаю. I'm alive. Так, ломать пока ничего нельзя. F. Не достается. Ой-ю. Меч точит. Есть кто в кустах. Что-то как-то она странно бежит. Необычно без оружия бегать совсем. Ой, я тоже могу сесть. Я не могу просто подойти. Наверное, я должен все объяснить. Последнее время нам пришлось нелегко, и многое вы даже не помните. Вы достойно сражались. Но пока не освободим эпицентр, нам будет что-то угрожать, например, последняя реальность. Или похуже. От этого никуда не деться. Вот почему мы с вами должны уничтожить Орден Петли. Пока они не оставят эпицентр в покое, всем нам грозит опасность. Если поможете, мы сможем обрести свободу и навсегда покинуть Петлю. Мы сможем вернуться домой. Хочу. Неужели все поменяется? Я уже давно хотел, чтобы полностью поменялся ландшафт. Новые картинки. И без всякого слишком яркого красного, чтобы ничего не рябило. И как-то у нас долго что-то черный экран. Тык. Тык, 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 тык. А дальше еще не готово, что ли? Нет, вроде уроны были. О! Как обычно. Герой, который будет в этом сезоне. Пропуск. Так. Вступить в отряд. И это не для нас. Что тут еще есть? 950 баксов. Вы пропуск первый сезон третьей главы. Вы пропуск. 850 баксов. Средств не предусмотрят. Первый сезон 2 марта. Так. 50 баксов. Ой-ой-ой. Не получилось.
Купил боевой пропуск. Так, ну давай новый скин. Это из Индии, что ли? Шанта. Давай будем использовать ее. Получить. Так, что здесь есть в этом новом боевом пропуске? Это у нас уже получено. О, у меня еще 5 звездочек. Боевые можно получить награды. Чуть больше боевых звезд. Откуда у меня уже 5 звездочек-то есть, интересно? Я баксы купил. В первую очередь покупаем и баксы. И что? И почему так все тормозит? Наверное, потому что сервер еще достаточно перегружен. Брать награды. Но получить. Так, это первая страница боевого пропуска. Мы получим вот этого героя в будущем. Мечи. На втором экране. Это какой-то скин будет? Это тоже скин? А, это вот, ну, анимация. Так, третья страница. Ой, машинка будет, ура! У меня наконец-то будет тоже машинка. У всех есть машинки, а у меня нет машинки. С пузырями еще. Какой-то конь. Бешеная лама. Судя по всему. Ой, какой рюкзак. А это что за хвост? А, это плащ. Так, здесь у нас. А вот тут что такое? Дельтаплан. За него снизу, наверное, держаться надо? Или сверху можно взять? Если сидеть, прикольно. Так, когда же мы получим? Так, здесь у нас новый скин для него такой украшенный. Девчонки. С лицом и без лица. Лучше с лицом. Так. Здесь у нее кофточка другая, судя по всему. Я даже не помню, чем разница. Или она такая же. А, кепка добавилась. Какой-то странный тип. Что написано? Bubblegum. Это жвачка. О, анимация. Зловещий смех. Ук. Ням-ням-ням, жвачка. Ага, жвачку выдала. Интересно, можно будет другими героями тоже такую жвачку выдавать? Какая тоже. Стройная. Ага, фигура хорошая. Так. Человек-паук. Собственной персоной. Надо будет до него добраться. Капец, в этом сезоне я готов идти до 100 уровня. Я в том сезоне до 65-го дошел. О, Человек-пауковский, прикол. А на чем будет висеть? Он просто в невесомости, без упора, наверное. Где потолка нет, как он это будет делать? О, вот это тоже классный. Где он, подожди. Вот. Человек-паук, костюм симбиота. Я и фильм-то Человека-паука особо не смотрел. Это последний экран. Паутинка классная? Паучины этот. Ну вот такой вот обзор и покупка. О, а этот где? Скоро в игре. Где-то все будет. Ну все, сейчас будем играть.